Всем привет! Делюсь с вами рецептом десерта эскимо чизкейк. Желатин заливаем холодной водой, творожный сыр добавляем сахарную пудру, перемешиваем лопаткой, добавляем сливки и взбиваем 2-3 минуты до мягких пиков. На водяной бане растапливаем желатин, добавляем творожную массу и перемешиваем венчиком. Творожную массу перекладываем в кондитерский мешок и начинаем накладывать силиконовую форму. Можно приготовить начинку любую на ваше усмотрение. Здесь я подготовила замороженные ягоды, чернику. Накладываем замороженные ягоды. Сверху покрываем еще одним слоем творожной массы. Вставляем палочки и убираем в морозильник на 5-6 часов. Готовим глазурь, растапливаем на водяной бане молочный шоколад. Добавляем растительное масло и перемешиваем. Эскимо наше готово. Вынимаем из формы, окунаем в глазурь. Начинаем их оформлять. А в виде шоколада я использовала молочный шоколад от Колибо. Это очень вкусный натуральный шоколад. Имейте в виду, в наших магазинах имеется в наличии. Оформить можно эскимо по вашему желанию. Добавить посыпки, Крис Пирлс, либо сублимированные ягоды, а также кондурин. Наши эскимо чизкейк готовы. Готовится очень-очень легко. Готовьте обязательно вместе с нами. На вкус они безумно вкусные. Жду ваших реакций. Всем спасибо.